Американский канал CNN и стриминговый сервис HBO Max в скором времени покажут документальный фильм «Навальный». Его события охватывают временной промежуток от лечения Алексея в берлинской клинике Шарите после отравления новичком в Томске вплоть до момента взятия под стражу в аэропорту Шереметьево. Да уж, этот день я собирался провести красивым и нарядным, в смокинге и с бокалом шампанского на премьере, но проведу, как обычно, в сапогах, тюремной робе и с кружкой чая. Рассказывает о своих впечатлениях от съемок в фильме «Навальный». Но ничего, это делает историю еще занимательнее. А шампанского и вы за меня выпьете. Несколько месяцев, с момента выхода из комы до ареста, была в моей жизни фраза, которая реально начинала бесить. Слышал я ее часто, а звучала она так. «Вокруг тебя происходят безумные события, ну как в кино. Ты обязательно должен все снимать и выпустить документальный фильм о происходящем. Обязательно. Обязательно, обязательно». И очень хотелось уже сказать: «Да отстаньте, снимают уже фильм, снимают». Но нельзя, все надо было держать в строгом секрете. И на самом деле, еще в больнице мы решили, все происходящее, новичок, отравление, больница, охрана, слишком дико, чтобы это не снимать. И хоть я терпеть не могу формат «вы делаете, что планировали, занимайтесь своими делами, а мы просто будем ходить с камерой и снимать», решил, что стоит попробовать. Юля вздохнула и тоже согласилась. Детям деваться было некуда. Ну и начали снимать. Сначала это была Певчих, буквально просто с айфоном. Потом мы случайно познакомились с молодым режиссером Дэниелом Рохером, который изначально делал фильм про Христа Грозева, а снял в результате про нас. На всякий случай снимали все. Как я лечился и восстанавливался. Как вместе с Христа начался триллер с расследованием и обнаружением банды отравителей из ФСБ. Как я звонил своим убийцам. Снимали, как снимали дворец Путина, ну и так далее. Последний раз съемочная группа была со мной в тот момент, когда на погранконтроле люди в форме сказали мне «пройдемте». Ну а теперь есть две новости – плохая и хорошая. Плохая – в тюремной библиотеке ИК-2 нет подписки на HBO Max, где этот фильм покажут. Хорошая – фильм готов, и вы точно посмотрите его раньше меня. Мировая премьера состоится вот-вот, а после нее вы и в кино, надеюсь, на этот фильм сходите. В общем, смотрите сами и обязательно расскажите мне, что там получилось. Жутко любопытно, сами понимаете.